Центральный банк Египта объявил о введении плавающего курса египетского фунта, который, согласно заявлению банка, будет регулироваться исключительно спросом и предложением без каких-либо ограничений. Как отмечается в пресс-релизе главного финансового регулятора страны, эта мера принята с целью стабилизации национальной экономики в среднесрочной перспективе, борьбы с черным рынком и позволит аккумулировать валютные резервы. Говорит банкир Рамадан Фарух Ибрагим. Импорт остановился несколько месяцев назад. Это означает, что для процесса производства нам не нужен доллар, поэтому давайте сосредоточимся на производстве. Если мы будем увеличивать объемы урожая и промышленного производства, это приведет к тому, что мы прекратим зависеть от стоимости доллара. Египетский фунт сможет доказать свою эффективность, если мы не будем зависеть от импорта. Решение о девальвации египетской валюты было принято после того, как на черном рынке курс фунта по отношению к доллару достиг в минувшие два дня 19 фунтов за 1 доллар, в то время как официальный курс уже несколько месяцев удерживался на уровне около 9 фунтов за доллар.